Народ, доброе утро. Вот мы проснулись. Вот такое вот озеро. Красивое. Виды обалденные. Такой колокольчик. Ой, еще много чего вам здесь показать есть. Но попозже. Ой-ой-ой-ой, какие у вас рыбы красивые. У нас будет жареный сик. Вот такая, ребята, стоянка оленеводов. Здесь это от колхоза база. Вон, собаке рыбку кинул. Довольный. Отцепился с цепи и бегает с цепочкой. Дурындос. Дурындос ты. А вон там собака с щенятками. Пойдемте, я вам покажу. Боишься? Ты хороший, ты хороший. Ты не бойся. Не бойся. Не бойся. Не бойся. Не бойся. Отвязался ты, да? А где щенятки-то? Ай, девочка, ай, девочка. Сейчас я вам покушать принесу. Сейчас я вам покушать принесу. Ой, ты лиса. Ой, ты лиса. Ты лиса. Куть-к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 уть. Ага, за мамку спрятались. Ну вот, ребятки, вроде и погода налаживается. Вроде и погода налаживается. У нас даже некоторые члены экипажа очки солнцезащитные одели. Да? Дабы не слепило их. Вон дождь, смотри, какой поливает он там. Видишь? Вы тут делаете? О! Да? Резкие сборы. Надвигается дождь. Ой-о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 й, какая моросятина-то, а? Противная. Сейчас, ребят, может, оленей увидим. Нормально ты ворота открыл. Самогонка у вас хорошая, да? Ну вот, ребятки, первая переправа у нас сегодня. Идем по вездеходной дороге на другое озеро. Вот такая речушка. Хорошая. Бурная речушка. Речичуха. Возможность лицезреть, как сзади происходит, ну, хотя только сзади, но тем не менее видно, как шар проходит уболоченные участки, да, различные, да, препятствия. То есть можно смотреть, как у нас это в кабине все происходит, но еще и видеть, как это снаружи сзади происходит вездехода. Речка, реченька, речушка, речка, реченька, и поплыли. Хорош. Наша очередь. Да, чуть-чуть подсплыли. Так, раз. И пойдем сушиться. Оп-оп-оп-оп-оп-опа. Да, ребят, погодка такая сопливая. Ну, когда едешь на вездеходе, такая сопливая погодка, она вроде еще и настроение приподнимает, потому что когда приедем, будет хорошая погода. Сейчас небо проплачется.
А вот когда солнышко светит, тогда жалко ехать. Когда вы бачите, еще что-то не надо. А нам надо ехать. Ого, ребята! Посмотрите, какой у нас вид здесь. Шикарный. Вот, Мишка. Помаши ручкой. У него руки заняты сейчас, он не может помахать. Вот такая дорога. Хронический недосып. Когда-нибудь мы сюда с Гергерычем приедем, и я ему все покажу. Со собачки пописать вышли. Как вам местные виды? Мне кажется, вчера были интереснее. Интереснее, но это уже тундра тундристая. Так, ребят, хотел видео 360 включить, но пока не получается. Погода нелетная. Камера мокрая начинает сразу. Камни, камни, камни. Она здесь вкусная, спелая. Смотрите мне ее. Не вижу, вас вкус сорвать. На тебе, Мишань, ягоды. Морожки. Спасибо, друг. Жирные. Вкусные. Вам что, тундры мало? На сборе ягод поют песни. Если сборщик перестал петь песню, значит, кидает ягоду в рот. Смотрите, какая красота. Специфически. Доктор, это вам. О, вот это натюрморт. Светочки, бля. Опа. Влетело просто. Да. Тяжело пошли вездеходы, ребят. Потому что мы морожки обожрались. Надо балласт сбрасывать. Вон морожка везде растет, все желтое. Олег, круто, круто, сильно. Пускай возьмет влево. Надо было по камням вот там пройти. Давай пройдем по камням и... Сейчас подождите, мы пройдем по камням. И подстрахуем. Да, и попробуем вас подстраховать, главное самим не провалиться. Вода сейчас пойдет. Подопустите немножко, Герб. Отдай назад чуть-чуть, попробуй выровняться, чтобы вода не затекала. Все, вот так стойте, мы сейчас поищем переправу и вас вытащим за морду. Возможно, взять левее. Ручеек. Сперлись вот в такой ручей. Так, 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 так. А где же нам, а как же нам? Есть, да, место? Да. А где спрыгнем? Вот здесь, вот здесь же спрыгнуть. Вот сюда зашли, вот здесь перескочили и там вышли. Ну да, на камушек этот. Сейчас, ребят, ищем брод, где переправиться. Очень глубокий ручей и узкий. Да, Ген, будем там. Там, да? Да. Сейчас перегруз, а то бег. Да. Так, ребята. Нет, я сейчас перескочу туда сам. Что? Я сейчас туда перепрыгну. Не слышу, Миша. А, ты на камень, Саша, а я сюда, да? А ты вот смотри, тебе нужно перпендикулярно к этому берегу подойти. Вот между вот этим и вон тем камнем пройти. Нет, вот, видишь камень под кустом? Вот между большим и тем камнем пройти нужно будет.
Так, ребятки, сейчас будем поднимать из ручья вездеход, подстраховывать его. Ну вот так все удачно прошло, просто немножечко не рассчитали место перехода, и первый вездеход нырнул. Уперся в крутой берег. Дружище, тебя как там не шатает? Здесь недавно свежий след, вот недавно шар прошел. Буквально вот, может быть, полминуты назад. Потерялись мы. Мы просто заблудились. Мы будем. Что мы будем кушать? Что поймаем, то и будем. Как мы будем жить? Заберите нас, пожалуйста. Нет, теплого пальтишки. Пожалуйста, пожалуйста, заберите нас. Мы где-то на Кольском. Где-то в тундре. Ай-яй-яй. Если вы не видите этого кино, значит мы не выйдем. Да. А если вы найдете эту камеру, вы увидите это кино. Пожалуйста. Знаете, что это были мы? Да, мы здесь были. Грег. Это Бусечка. Бусечка. Бусик. А это Грег. Это Грег, это не Бусик. Ну что, ребятки, вот столько я собрал морожки. И что я сейчас не буду делать, вы можете даже не завидовать. Просто можете сделать это сами. Главное, это захотеть. Безумно вкусно. Просто безумно. Вот так вот, ребята, у нас обед. Такая загрузка у этой машины. Говорят, что у нас ничего нету вообще. Вообще ничего нету. Пустая. Налегке. Даже есть нечего. Вот еда как раз у нас вся. Пошли. У вас только томаты. Все, ребятки, мы перекусили, едем дальше. Нам до места еще около 16 километров. Пойдет. Олег, идет. Сейчас будет
так, ребят, ехали, уперлись в забор. Бесконечный забор. Да, сейчас будем его перепрыгивать. Мы готовим. А, мы шерпы готовим к прыжку. Да. Резко накачиваем колеса, он подпрыгивает и все. И мы перепрыгиваем. Делаем мы это на ходу. Да, на ходу разгоняемся. Резко дуем колеса, он подпрыгивает. И мы на той стороне. Мы не понимаем, ребят, мы снутри или снаружи. Но нам надо вот в ту сторону ехать. Вот, ребята, Мишаня забор ломает. У нас все ходы записаны. Да? Да, выломатель заборов. Мы сейчас его на место поставим. Забор на место, и все будет хорошо. Мы не фулюганы. Ну это ж капец, это кто попадал его. Тут болото дно. Назад там тоже вон. Шубульме полный, да? Вон они шевелятся уже, смотри как. Опа, смотри, может выйдет на ковер сейчас. Выходит. Снимай. Это заглох. Выходит, передние колеса у них выходят. Ну куда ж ты сваливаешься, не надо. Да, нормально, вот сейчас. Что, запечатывай. Будем искать большой камень, раскручивать и с камнем запускать ее. Ну у нас для лебедки вон камень есть, кстати. Где? Вон там? Прямо вон. Ну, нужно добраться, дружище. Я понимаю, что нет, я вытянул. Это уже хорошо, что я вытянул есть. Короткую спичку, крышка вверху. У нас да, замечательно, зальем, да. Мы можем очень долго здесь сидеть. Полный бак, смажем, мы можем долго сидеть в этом болоте, да? Смажем цепи. Жрачка вся у нас. Они будут томаты есть, да? У пацанов есть томаты, короче. Не, ну там... Куропатки еще есть у них. Ну гриль у нас. Да, гриль у нас.
Так что нормально будем жить. Сейчас гриль сюда наверх поставим. Хоба, 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 хоп. Помнишь, как Миронов? Помогите! Да, да, да. СОС! Ничего, ну, им до воды еще метров 10. Жидкая пошла грязь, видишь, у него сзади. Да, да, да. Все, он сейчас до водички доберется и спокойно вылезет. Только там еще из этой водички тоже куда-то вылезет. Нет, там по водичке, там, видишь, сосок, а сок и трава нормальная, там все будет хорошо. Ой-ой-ой. Это помнишь, как в анекдоте, а я-то дурак куда полез, я ведь читать не умею. Надо было прямо вот так вот уходить с болота. Валовые закалы. Каловые завалы, ребят. Никому торф не нужен, качественный, тундровой. Северный, морозостойкий. Зато нам предстоит веселая заправка в болоте. Да. Почти сравнимая с заправкой в воздухе. Да. Тебе надо страховой ремень за рейлинг цеплять. А, точно. Я буду стоять на ногах, ты меня будешь за веревку. Нет, буду... зачем? Ты тогда сможешь просто отклоняться так. Только, Миша, не урони ключ, пожалуйста, для канистры. Кстати, его нужно будет привязать веревочкой. Главное, блин, вот это приключение, да? Походу у нас сегодня ночная поездка будет. Да, ну ничего страшного. Помогите! СОС! Что там надо? Зеленые свистки в небо кидать, да? Зеленые. Коричневые шлепки он на камни разбрасывает. Да, да, заправка в болоте сравнима с заправкой в воздухе. По сложности и эквилибристике. Да нет, сложнее. 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 Давай, Мишаня, ныряй. Я, ребят, у нас рундук сзади. У нас здесь вещи. Выгрузить мы их не можем. А у пацанов лебедка в рундуке внизу. Им, чтобы еще... разобрать, там часа три надо. На самом деле, так страшно как висит. Представлял. Так, Герасим Васильевич. Мешается. Это тоже немного мешается. Так, это не мешается. Это... У нас даже генератор с собой, у нас будет свет. О, мы вообще жируем тут. Так, это сюда. Этот. Герасим Васильевич. Оу. Пользуясь моментом, можете пока покидать спиннинг. Да. Может, вы зацепитесь за берег. Может быть, до клюквы докину. Ой, до морожки. Поймаю ягодку. Докиньте веревку до камня. Кстати, вот тебе вариант с вездехода на вездеход как. Спиннинговый шнур. Спиннинговый шнур кинуть, да. Ему привязываешь веревку и потянул. Веревку, все верно, так и сделаем. Видишь, мы придумали смекалку. Придумали смекалку, это хорошо. Они веревку вытягивают, шнур отвязывают, и ты заматываешь обратно. Так, теперь я могу спокойно выйти. Видите как? О, у тебя там вообще площадка. Да, я теперь в принципе могу. О, какое качественное говно. А, ребят, смешно, блин. Вообще не смешно. Сидим в самой дырочке Кольского полуострова. В каком-то болоте, блин. Но продукты-то у нас. Ладно. Спиннинг кидать им, Миша, за продуктами. Колбасу им прицепим за блесну. Что у меня клюнул? О, колбаса! Так, ну вот наш комплект для заправки. Утром просыпаемся, уже три блесны на вездеходе лежат за завтраком. С записочками, что прицепить? Да, как у плов, а мне журпу. Так, теперь главное не утопить этот наш комплект. Да, ты что? Ну, будет неприятно. Ой, так, Мишаня достает заправку. Что когда мы заправимся, мы будем вообще автономны. Пока это болото не замерзнет, замерзнет, и мы выйдем из него. Да. На Кольском зима наступает. Да. У нас все шансы. Либо мы докопаемся до Китая. Или до чего мы там можем докопаться. Да, вот это жопь. Это не жопь, это топь. Торф. Давай что-нибудь удлинить. Я двумя руками. Ёшки, брат, надо же было так ее. О, у нас дошираки же есть, ёлки-палки.
Дошираки у нас есть, говорю. Финтрейл, он предназначен для грязи. Это одежда для катания на для экстремальных видов спорта, то есть на технике какой-то. Это вот костюм именно для охоты, рыбалки, расцветка. Хорошо, нет мошки, комара и прочего гнуса. Мы бы сейчас тут хапнули. Ёлы-палы. О, они встали на то же место, сколько вы начали. Уже прогресс. Дальше я сам. Все, ребятки, есть. Моя леворукость пригодилась. Профсоюз защиты мишек, вы сами слышали. Он добровольно это делает. Добровольно ли ты это делаешь, Михаил? Нет, по принуждению, обстоятельств. Нет, тогда не будем. Меня съедят твои подписчики. Они и так добрые. Чихнуть в вашу сторону нельзя уже. Суровая жопа реальности, ребята, в том, что это болото, мне кажется, вряд ли вообще что-то пройдет. Наверное, только шныкоход. Поэтому у нас вот такая ситуация. Ну ничего, выберемся. Где наша не пропадала? Наша нигде не пропадает. Ну что, ребят, мы заправились в болоте, заправились, причем вот такой у нас опыт. Немного бесценный. Чуть-чуть испачкались, но финтрейл предназначен для этого, чтобы в грязи надевал, можно было спокойно. Я одел куртку финтрейла, чтобы солярка не загадить, а грязи он не боится. Да, вышли сейчас, водички сполоснули и все. Сейчас будет. Сейчас может Мишка еще заплыть, заход, ты пешком здесь пройдешь. В колею только не наступать и все. Чпок, 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 чпок. Я выпрыгиваю туда, не, отталкиваюсь не от дна, выныриваю. И следующий... Под ковром проплываешь, выныриваешь в кочку. Как в камень головой стукнешься, значит вверх пора. Все, ребятки, выходим. Смысл в том, что надо на грани фола практически. Вот я уже на колею свою вышел. Прям на холостых, на спущенных колесах он грызет, грызет. Пошла вода, и это хорошо. То есть все, машина выйдет. Я рукой вот так вот делаю колебания такие небольшие, подстраховываю, чтобы он не глох. Это очень удобно рукой делать. Вот все, машина пошла. Теперь мне осталось назад таким же макаром выехать из болота. Сейчас зайду на ковер сначала. Сейчас ровно встану и пойду. Ребятки, я выехал сам. Руки-то помнят. Олег, где ты там говорил из бата? О, морошечка, как приятно-то по твердой земле-то. По камушкам родимым. Красота! Камушки, как я же вас люблю, да? После болота вообще камни классная штука.
Блин, ребят, забыл вам показать, как выдернули. Ну, в принципе, ему чуть-чуть надо было усилия, он выскочил на ковер и все. Ну, у них машина вообще реально перегружена очень сильно. Мы-то по дурости залетели, а они из-за того, что у них перегрузка. Мы даже представить не можем, сколько там у них килограмм. Да. Но за 2 тонны точно. Папки, вы где? Куры, 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 куры. Куры-пуры. Да, ребят, лютый качкарник. Ну, не качкарник, а камни. Огромные камни, ползем прям 3 километра, 5 километров в час. До места нам еще 11 километров. Сейчас до воды доедем. Собак туда выпустим. Опа. А у них нет защиты от жуков гараж. Поэтому они так очень сильно прям. Особо она прозрачная. А, это с нас налетела какашек сразу. Ребят, ночные покатушки, смотрите, что там творится. Капец, каменные гряды такие, что... Давайте чуть-чуть ночной тундру вам Нет, как по этому едет шерп, я вообще не понимаю. Ого! Ого!
встал? Назад. Назад аккуратно, выходить надо. Смотрите на какой. Давай беру, ничего. Встал. Сейчас будем рулить. О, тут, конечно, ёлка-палка, рюхнешься. Так, одну стойку берешь, что сейчас две вверх. Да, сейчас отъеду. У меня еще терпимо. Отъедем назад. Ху, ребят, ну жуть. Жуткая. Жутяка. Сейчас проскочу вот так. Давай, вот сюда, и вот еще вот как раз зашибись, которые стоят. Так вот прям по ним пройду, вот по этим камням. Попробуй, да, попробуй, может пройдет. Нам в окно чуть не влетело. Нам куропатка чуть в окно не влетела, елки-палки, в 10 сантиметрах прошла. Плохой охотник. А вот он, что там не дерзло. Ну там зерцо вот это. Ну что, ребят, продолжаем шкрябаться. Непросто все это делать.
Так, прошли болото, теперь камни у нас. В этот раз камни маленькие. Да. Ой, спать охота. Блин, ты попьешь. Сейчас он на болотце выйдет. Молочко пью, ребят. Матроскин ничего не пьют, я экономлю. Наконец-то. Ну, до цели не доехали немножко, но уже лучше. Сейчас раскидаем шмурзяк. Люди, люди. У нас сегодня был самый потрясающий день. Нас сегодня с утра потрясало до самого вечера. Боролись с болотными стихиями. И выехали на Папс. Все. Если скажу, что будет. Я не могу, у меня слов нет. Выехали в потрясающее место.
покажем. Короче, Мишка сдулся, ребят. Ну, это неудивительно, потому что мы оба сдулись. Мы даже не ели ничего там. Вон ребята еще вроде чай пьют. Что-то там делают. Мы даже не есть ничего не можем уже. Умотались просто. Не выспались сегодня. Вот. Целый день были камни, болотины. Ну, болотины, как мы проходили, вы видели. Застряли даже. Ну, мы сами выехали, ребят выдернули. Вот, чтобы они не мучились уже. Куропатки вот. Бешеные были сегодня. Куропатку хотели, да, с очком поймать. Так, посмотреть, подержать, поснимать, вам показать, да, отпустить ее. Вот. Что еще? Устали. Устали безумно. Кольская тундра, конечно, она отличается, допустим, от той же Ненецкой, там, Архангельская область, Ненецкого автономного округа, где вот я жил, вырос. Там у нас тундра более ровная, нету столько камней. Ну, она такая, мох и мох. Вот. По крайней мере, сколько я помню в детстве, сколько был в тундре, она отличается. Здесь же каменные россыпи эти. Все кочки это, ну, камни, обросшие мхом. Очень их много. И очень лютые болота. Торф. То есть вот прям коричневые пятна такие, куда лучше не суваться. Тем более с таким перегрузом. В общем, ребят, все. Я буду спать. Хочу выспаться, завтра будем ловить кунжу. Здесь порог недалеко. Через озеро переправимся. И там порог. Вот там можно будет попробовать половить кунжу. Надеюсь, завтра нам повезет. Посмотрим. Потому что каждый день копится усталость какая-то. Если не отдыхать, то потом весь отдых, вернее, там вся рыбалка или поход становится уже в тягость, и хочется все это завершить и свалить. Нам еще, ребят, обратно ехать, но вроде там нашли какую-то дорогу. Хотя здесь дороги от дорог вообще практически мало чем отличаются. Вот, такие же камни, такие же болота, то есть как бы не особо. Не особо они разные. Ну, мы вот сегодня по азимуту прошли 15 километров. Вот. Обходили большие насыпи камней, россыпи такие вот, больших камней, и торфяные ямы, ну, торфяные окна, скажем так, потому что есть болота, которые прям коричневого цвета все. Трава, если, ну, зеленая она растет, да, там осока, там еще что-то. Это когда есть ковер, там есть вода. А когда такой густой торф, то вода, трава приобретает такой коричневатый оттенок. Видать, от торфа красится. Так. Черт его знает. Очень торфяная вода там такая. И вот эти места опасны, конечно. Все, спокойной вам ночи. Сейчас вам Михаил Юрьевич еще расскажет про ледники, про каменные плато или плато. Вот. И еще какие-то интересные вещи, потому что он весь вечер готовился, лежал, думал, сейчас что он скажет. Так что послушайте, не выключайте сразу. Ребят, на самом деле сказать особо нечего, что мы просто устали, как Бобби Кёба. Хотим жутко спать. Неизвестно, кто больше. Вот. Поэтому... Ну, Василий уже спит, все. Просто будем спать. Все, народ, всем спокойной ночи. Спасибо, что ты досмотрел наше видео до конца. Если понравилось, ставь лайк. Также мы хотели бы тебе порекомендовать следующие ролики. Вот это для тебя подобрал YouTube. Вот это наш самый последний новый ролик. И вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами. Если ты еще не подписан, обязательно подпишись вот здесь, нажми на кружок. Спасибо, пока.